Постепенно мы с вами приближаемся к финалу всего построения. Имею в виду завершающую фазу тропы эволюции жизни на нашей планете Земля. Как уже и было заявлено, в этом рассказе мы рассмотрим вопрос, который пока не решен нашей научной парадигмой. Это проблемы многоклеточности. Как нам хорошо известно, все земные организмы, находящиеся на тропе эволюции выше одноклеточных протистов, состоят из множества клеток. Это и растения, которые мы совсем кратко рассмотрели в предыдущем рассказе. Это и все эволюционно продвинутые живые организмы, ползающие, летающие, плавающие, ходячие и так далее. Только нам пока неизвестно, что заставляет конкретную клетку преобразовываться под необходимые задачи и потребности целого организма. Вопросов можно задать много. Но не на все пока есть возможность ответить. Поэтому мы будем двигаться последовательно в этом направлении. Дальше на экране без особых комментариев будут демонстрироваться фото и видеофрагменты из жизни некоторых организмов. Как, например, этот одноклеточный многоядерный организм Physarum polycepharum, в переводе «пузырь многоголовый». Это одна большая клетка, содержащая множество ядер. Передвигается по амебному типу со скоростью до 4 см в час. Это вид слизневиков, класс миксомицеты. Вот такая земная жизнь, разнообразная и удивительная. Рассматривая жизнь отдельной клетки, мы познакомились с основными моментами процесса ее деления. И казалось бы, что проще? Клетка делится под управлением собственной программы, записанной на ДНК. Когда образуется много таких клонов, можно говорить о многоклеточности. Но не так все просто в этом мире. А чтобы понять, в чем тут смысл и почему нельзя такое образование считать многоклеточным организмом, возвратимся немного назад и вспомним эволюцию тропы прокариот. Эволюция прокариот достигла своего финального развития в организмах, названных сине-зелеными водорослями. Мы видели, что эти организмы были сконструированы на основе цианобактерий. Однако взаимодействие между отдельными компонентами организовать не получилось. Основным препятствием для таких процессов оказался электрический потенциал бактериальной мембраны, без которого организм существовать не сможет. Бактериальная мембрана занята структурами фотосинтеза, процессами переноса заряда, говорят о переносе электронов, комплексами АТФ-синтазы, то есть электрический потенциал мембраны задействован в процессах энергоснабжения всего организма. Если цианобактерии объединились в более-менее упорядоченную структуру сине-зеленых водорослей, то их предшественники смогли организоваться только в разного рода скопления. Подобные структуры образуют организмы только одного и того же рода, типа и так далее. Не бывает скоплений, образованных, например, бактериями разного типа. Эти сообщества могут разделиться на отдельные мелкие скопления, как это мы видим на этих кадрах. Исследования поведения таких коллективных сообществ показывают, что каждый член сохраняет свою индивидуальность. Питание, метаболические процессы, реакция на внешние условия и другие процессы сохраняются, как и в самостоятельно существующем организме. Однако, целый ряд таких примитивных организмов растут и размножаются только в составе сообществ себе подобных. Они не могут сохранять жизнеспособность отдельно от скопления.
Их невозможно выделить в самостоятельную особь. Поэтому исследователи приходят к выводу о наличии некоторых химических веществ, которые обмениваются члены скопления. За счет этого движение скопления становится скоординированным. Повышается устойчивость к вредным веществам, как, например, можем познакомиться с этим экспериментом с бактериями. В скоплениях бактерий вырабатывается устойчивость к антибиотикам. Перед вами ускоренная видеосъемка эксперимента по выживаемости бактерий. В этой посудине исследователи сделали отдельные секции, куда поместили питательную среду для бактерий кишечной палочки. В нулевом отсеке чистая питательная среда. Далее от края к центру постепенно повышалась концентрация антибиотиков. И наибольшая в 1000 раз посредине. Бактерии поместили в крайние отсеки. Что произошло дальше, видно на видео. За счет мутации и обмена генами бактерии освоили наиболее агрессивную питательную среду и благополучно там существуют. И все же возникает закономерный вопрос. Что заставляет отдельных бактерий объединяться в такие конгломераты и усложнять себе жизнь? Что общего и что улучшается для индивидуального организма в такой структуре? Но можно задаться еще более коварным вопросом, касающимся любой живой структуры, который касается пограничных представлений между физиологией и философией. А что заставляет все живые структуры, в том числе и бактерии, питаться, потреблять кислород, выделять наружу остатки, то есть запускать метаболизм? Как это устроено, мы уже знаем. И знаем, что все эти процессы поддерживают жизнь в организме. И каждый из них вполне может существовать самостоятельно. Но зачем такие примитивные создания стремятся к объединению? На этих уровнях организации жизни ответ может быть только один. Существует некий физиологический механизм, инициирующий эти процессы. Можно предположить, что из всего известного нам это может быть только эволюционная модернизация под влиянием изменяющейся внешней среды. А это возможно только при обмене индивидуальной морфогенетической информации со следующим поколением. Чем больше таких переносов, тем выше шанс приспособляемости конкретного вида организма. Вспоминаем конъюгацию. Обмен генами как раз и демонстрирует нам причины такой заинтересованности отдельных особей в коллективе. А для ее возникновения и обмена генетическим материалом два организма должны быть рядом. И вот снова экспериментальные наблюдения. Исследователи выделили отдельный простейший организм, инфузорию, и поместили ее в благоприятную среду. Эксперимент длился 5 месяцев. За это время сменилось 250 поколений инфузории. Наблюдение не зафиксировало ли ни одной конъюгации. В результате организмы стали из поколения в поколение мельчать. И далее инфузории стали вымирать. После объединения их с особями других клонов инфузорий, нормальный фенотип и поведение восстановилось в следующем поколении. Кроме всего прочего, это наблюдение подтвердило, что обмен генетическим материалом в природе является одним из механизмов предотвращения инцеста с близкородственными особями. Хотя инфузория – это уже эукариотический организм, но аналогичные результаты получены и на прокариотах. Таким образом, приходим к пониманию о существовании некоторой программируемой изменчивости метаболических процессов для эволюционных изменений живых структур, что и позволяет им приспосабливаться к переменчивости окружающей среды и освоению новых ареалов распространения. Но очевидно, все те же проблемы, на которых мы неоднократно останавливались, не позволили таким скоплениям, как и прокариотам вообще, приобрести истинную многоклеточность. И вот на тропе появляется клетка,
Одна из ее органелл берет на себя функции производства энергии для всех клеточных процессов. В результате все электропотенциально зависимые технологии выработки АТФ были перенесены внутрь клетки. И фактически митохондрии освободили клеточную мембрану от функции энергоснабжения. Это был момент, который оказал решающее воздействие на всю дальнейшую эволюцию живых организмов. Отпала необходимость поддерживать электрический потенциал на внешней мембране. И появилась возможность изменять потенциал как отдельных участков, так и мембраны целиком. В результате все это позволило подготовить мембрану для всевозможных межклеточных взаимодействий. Уже в одноклеточных эукариотических организмах появилась возможность за счет специализированных ионных насосов изменять заряд внешней мембраны, а это определило их поведение и взаимодействие с внешней средой. В конечном итоге, освобождение внешней клеточной мембраны от необходимости поддерживать электрический потенциал открыло возможность эукариотическим организмам перейти к настоящей многоклеточности. Посмотрим на один примитивный эукариотический организм, фактически представляющий скопление клеток. Это бацеллярия, относится к роду диатомовых водорослей. Эта фотосинтезирующая особь состоит из множества отдельных прямоугольных клеток длиной от 70 до 200 микрон и в поперечнике 5-10 микрон. Исследователи рассматривают бацеллярию как самостоятельный организм, хотя, как видим, ее можно считать и скоплением отдельных клеток. За счет взаимного скольжения клеток форма непрерывно изменяется, от штабилированной до нитевидной. Понятно, что при таком характере движения ни о каких взаимных объединениях цитозоля, например, посредством плазмодесм, говорить не приходится. В этом организме мы наблюдаем возможность индивидуальных клеток изменять электрический потенциал своих оболочек, за счет чего и происходит такое скользящее движение. Здесь необходимо еще раз акцентировать внимание на отдельных свойствах простейших организмов. Некоторые из этих свойств явились усовершенствованием свойств прокариот. Например, фототаксис, хемотаксис и другие. С ними мы уже знакомились на примере эвгленовых простейших. В этой связи следует упомянуть механотаксис. Это свойство организмов реагировать на механические воздействия на оболочку. Природа этой реакции также электрохимическая. Меняется потенциал участка мембраны, что детектируется специфическими белками-рецепторами. Это приводит к формированию внутриклеточных химических сигналов. В результате начинают экспрессироваться отдельные белки и меняется поведение всего организма. Это можно видеть на поведении тех же протистов, которые встречают препятствия и каким-то образом его ощущают. Однако дальнейшую эволюцию клетки необходимо разделить на два взаимосвязанных процесса. Наличие наследственного аппарата внутри клетки позволяет ей развиваться как самостоятельному организму. И это мы видим на примере одноклеточных протистов. Здесь следует отметить, что в каждой клетке присутствует огромное число молекул ДНК. И не все они используются в данной конкретной клетке и не всегда. Переходя на терминологию генетики, необходимо констатировать, что в каждой конкретной клетке в данный конкретный момент используется только небольшая часть генов. Остальная часть генов может быть использована в другие периоды жизни или в других типах клеток, а может и вообще не быть использована. С этим утверждением непосредственно связаны процессы дифференциации и специализации каждой клетки. С ними мы познакомимся дальше, и это является неотъемлемой частью внутренней эволюции клетки. На этих принципах и основаны механизмы строительства сложнейших живых организмов. И тот объект клетка, который мы сейчас рассматриваем, является исходной структурой мира животных, а затем и мира человека.
Понятно, что тело любого животного состоит из множества различных клеток. Каким-то образом они объединяются для достижения конечной цели построения. И каждая клетка занимает в этом организме определенное только ей дозволенное место под контролем какого-то механизма. В этой связи на передний план выходят процессы внешнего взаимодействия между клетками. Эта загадка живых организмов пока не решена нашей официальной наукой. Выдвигается множество теорий, но далее, чем взаимодействие между клетками с помощью химических веществ, дело пока не пошло. Ну и здесь мы проясним ситуацию, ну, немного дальше. Сейчас пока об этом говорить рано. Это и будет тот третий компонент признака живого вещества, о котором говорилось в предыдущих рассказах. А рассматриваемая нами конструкция в науке получила название «животная клетка», именно потому, что это есть основа сложных биологических организмов. Итак, животная клетка делится с разделением почти поровну всех ее составляющих. Все это происходит под управлением программы, записанной на молекулах ДНК. Об этом мы уже знаем. И с этим мы уже подробно разбирались. В процессе формирования клетки, скажем так, в зрелую особь, продуцируются специализированные полипептидные комплексы, которые выделяются наружу и закрепляются на клеточной оболочке. Когда в результате деления появляются клетки-клоны, они объединяются в обособленные агрегаты. Идет процесс, образно говоря, слипания клеток. Но мы уже знаем, что клеточные мембраны несут электрические потенциалы. Поэтому связующим веществом для объединения клеток и служат указанные специализированные белки. Эксперименты показали, что даже если клетки искусственно разобщить, то они снова объединяются в отдельные агрегаты. Дальнейшая эволюция структур жизни происходит под управлением внешней программы построения живых организмов. Внутриклеточные процессы с помощью механизмов регулировки экспрессии генов, которыми и управляет внешняя программа, порождают клетки различных типов. Далее на основе специфического разнообразия клеток создаются организмы со все возрастающей сложностью. Сейчас мы познакомимся с очень примитивным организмом земной фауны. Нам придется подробно, насколько это возможно сегодня, разобраться с его устройством и функционированием составляющих его клеток, да собственно и жизнью этого организма. Потому что это истоки той многоклеточности, которая заложена в основу всех дальнейших эволюционных изменений. Сегодня исследователям известен организм, созданный на основе шести типов клеток, которые, как принято считать, являются наиболее простым на тропе эволюции. Это трихоплакс. Название происходит от двух греческих слов. Трихия – волосы и плака – пластинка, что в прямом переводе означает «волосатая пластинка». Возможно, в земной природе существуют и более простые организмы, но таковых науке пока неизвестно. Поэтому мы и возьмем за исходные позиции именно трихоплакс. По принятой классификации относится к типу пластинчатых царства животных домена эукариот. Его внешний вид видим на фотографии и на видео, показанное сейчас на экране. Этот миниатюрный организм определенной формы не имеет. Беловато-серые полупрозрачные пластинки размерами около 3-4 мм и толщиной примерно 25 микрон обитатели морей и океанов живут в теплых прибрежных зонах. Шесть различных типов клеток составляют три слоя. Нижний слой. В биологии такие слои называются вентральными. Состоит из трех типов клеток.
различного функционального назначения. На рисунке видим схему строения тела трихоплакса. Клетки этого слоя, составляющие большинство, снабжены единственной ресничкой, которая совершает постоянное биение. К этим клеткам непосредственно примыкают липофильные клетки, содержащие в своих вакуолях липиды, и железистые клетки, содержащие множество гранулированного вещества. Их плотность наибольшая по краям пластины. Липофильные и железистые клетки еще называют секретирующими. Здесь и далее мы имеем возможность рассмотреть внутреннее устройство трихоплакса на фотографиях, выполненных с помощью электронной микроскопии. Верхний слой клеток в биологии называют дорсальным. Состоит из двух типов клеток. Наружный слой трихоплакса составляет так называемые дорсальные эпителиальные клетки. Их оболочки, выходящие на внешнюю поверхность, пластинки, покрытые микроворсинками, хорошо видимыми в микроскоп. Отдельные клетки имеют жгутики или реснички. В некоторых местах дорсального слоя обнаруживаются специфические железистые клетки, а под эпителиальными можно увидеть кристаллические клетки. В их цитоплазме обнаруживаются ромбические кристаллы. Срединный слой образуют растянутые плоские клетки, за счет своих выростов соединенные и с вентральными клетками, и с клетками наружного дорсального слоя трихоплакса. На микрофотографии видим компоновку клеток в разрезе тела этого организма. Пространство между вентральным и дорсальным слоями заполнено специальным водным раствором, матриксом. Теперь более подробно об этих клетках. Вентральный или нижний слой, контактирующий непосредственно с субстратом, состоит из трех типов клеток. Большую часть этого слоя составляют клетки, называемые вентральными эпителиальными. По данным исследований, их около 72% состава всего слоя. На этом фото видим реальный вид таких клеток, обозначенные буквой V. Эти удлиненные клетки снабжены жгутиками или ресничками, обычного для эукариот строения, и множеством микроворсинок. В их цитозоле, ближе к субстрату, располагаются небольшие плотные гранулы, а на противоположном конце клетки – большие вакуоли. На продольном разрезе видим их внутренние устройства. Среди ресничатых эпителиальных клеток вкраплены особые клетки, названные липофильными. Это вторые по распространенности в этом организме клетки и составляют около 11% всего количества. На снимках они отличаются от предыдущих клеток. Их клеточная стенка неровная, со всевозможными бугорками и шероховатостями, обусловленными их внутренней конструкцией. На разрезе видим многочисленные гранулы, заполняющие цитозоль этих клеток, которые создают такую поверхность клеточной мембраны. Ресничек эти клетки не имеют, а микроворсинки имеются только на вентральной поверхности, ближе к которой располагается большая, около 3 микрон сферическая вакуоль. Эти клетки легко различимы на снимках от других клеток вентрального эпителия по их большому размеру и расположению глубже внутри слоя и узловатой поверхности мембран. И третьи по распространенности клетки вентрального слоя называются железистыми. Они функционально того же плана, что и липофильные, то есть выделяющие необходимые для жизни организма соки, ферменты, слизи и тому подобное. Детальное изучение строения железистых клеток показало наличие 3 типов таких клеток. Их обозначили как тип 1, 2 и 3. Клетки первого типа содержат в цитозоле крупные электронно-плотные гранулы и имеют реснички. Железистые клетки второго типа ресничек не имеют, но имеют микроворсинки, а их гранулы мелкие и электронно-прозрачные. И третий тип имеет реснички,
содержит в цитозоле множество еще более мелких электронно-прозрачных гранул. На этом рисунке можно видеть конструктивные различия в железистых клетках. Естественно, функции каждого типа разные, но об этом дальше. Верхняя, наружная поверхность организма, называемая дорсальной, и представляет собой сплошной тонкий слой дорсальных эпителиальных клеток, снабженных микроворсинками. Отдельные из них имеют реснички. Внешний вид этого слоя видим на этой фотографии. Так же, как и в нижнем вентральном слое, мембраны этих клеток плотно соединены специальными белками. Эти клетки определенной формы не имеют. Их форма изменяется от круглых до растянутых эллиптических в соответствии с общей формой организма. Это и видим в сравнении на левом и правом снимках. На снимке видим синим цветом флюоресцируют ядра клеток. В цитозоле имеется множество эллиптических гранул диаметром около 0,5 микрон. Дорсальные клетки составляют около 9% всех клеток организма. Конструкцию дорсального слоя трихоплакса можем видеть на этой фотографии. Часть клетки с ядром, прикрепленная к плоской части через шейку, свешивается внутрь матрикса. В дорсальном слое располагаются и единичные железистые клетки. Например, из исследованных 13 железистых клеток трихоплакса 3 расположены в дорсальном слое и 11 в вентральном. Под плоской частью дорсальных эпителиальных клеток по краям организма изредка располагаются кристаллические клетки. Правильнее было бы назвать их содержащие кристаллы. Таких включений совсем мало, менее 0,2% всего состава. На снимках с большим увеличением просматриваются ромбические кристаллы размерами около 2 микрон. Здесь кристалл белый, из двух граней пара слипшихся с ним митохондрий, черные на фото. Ядро клетки смещено ближе к мембране, обозначено стрелкой. А цитоплазма исключительно прозрачна и не содержит включений. Между дорсальным и вентральным слоями расположены волокнистые клетки. На фото обозначены F. За счет такого расположения эти клетки с помощью своих ветвящихся отростков имеют доступ ко всем клеткам организма. В теле трихоплакса эти клетки равномерно перекрывают внутреннюю полость и не выходят на его поверхность. На снимках с большим разрешением, кроме ядра, видим скопление митохондрий, обозначенное М, с отдельными более мелкими включениями. Все это говорит об особых функциях этих клеток в жизни трихоплакса, с которыми мы познакомимся дальше. Чтобы познакомиться с жизнью этого организма, выберем точку отсчета, которая в программировании называется по умолчанию. Смысл в том, что при запуске определенной программы она становится в исходное состояние, самостоятельно организуя связи с другими устройствами и программами. Вот так же и в жизни трихоплакса. Выберем какой-то характерный момент, с которого мы начнем рассматривать его жизнедеятельность. Рассмотренные нами волокнистые клетки постоянно вырабатывают белки клеточной адгезии, наполняющие внеклеточный матрикс. Это многочисленные интегрины, коллагены, фибронектины, которые и удерживают все клетки, образуя единый функционирующий организм. Кроме них, волокнистые клетки экспортируют в матрикс специфические полипептиды, тропомиозин и кальпанин. Естественно, оба этих белка посредством матрикса разносятся по всем клеткам. Попадая в дорсальные эпителиальные клетки, они вызывают ускоренную сборку и разрушение актиновых филаментов, что естественно приводит
к изменению формы клеток. И такие изменения распространяются по поверхности организма, как перистальтические волны. На этом видео мы наблюдаем эти процессы. Эти волнообразные движения дорсальных клеток перемешивают содержимое матрикса и одновременно стимулируют движение всего организма. Волокнистые клетки также экспрессируют специфический регуляторный пептид TALP, который регулирует локомоцию организма посредством контроля биения ресничек вентрального эпителиального слоя. И эти белки, проникая в клетки вентрального эпителия, вызывают ускоренное биение ресничек. И хотя все это происходит спонтанно и хаотически, весь организм ползет в сторону равнодействующих сил сцепления с субстратом. Теперь нам надо познакомиться более подробно с расположением разных типов клеток в организме трихоплакса. Вот микрофотография вентрального слоя трихоплакса, показывающая распределение липофильных клеток, помеченных флуоресцентным красителем. На левой половине фото они светятся красным цветом. Внешний край тела, зеленая зона, шириной примерно 100 микрон, свободен от этих клеток. Следующая фотография показывает нам присутствие клеток в этой 100-микронной зоне. Эта полоса занята железистыми клетками, притом до 65% их располагается на самом краю тела трихоплакса и в полосе до 30 микрон. В меньших количествах они присутствуют и во внутренних частях, но полностью отсутствуют в центре. Железистые клетки типа 1, составляющие примерно 20%, занимают узкую полосу, примерно 20 микрон, начиная с 30 микрон от края и до 50 микрон. На этом рисунке можно наглядно видеть расположение железистых клеток. Клетки типа 3 занимают полосу шириной примерно 150 микрон, окаймляющую зону расположения липофильных клеток. На этом фото они светятся желтым цветом. Расположение железистых клеток в наружном дорсальном слое примерно совпадает с распределением железистых клеток третьего типа в вентральном слое, хотя их количество значительно меньше. Наиболее распространенные клетки тела трихоплакса, вентральные эпителиальные, равномерно распределены по всему объему слоя. А сплошную поверхность верхнего слоя образуют дорсальные эпителиальные клетки, как мы это уже видели. То есть рассмотренные сейчас клетки, липофильные, железистые, образуют отдельные вкрапления в общий массив слоев вентрального и дорсального. Итак, наш трихоплакс, стимулируемый специфическими полипептидами, отправился в путешествие по субстрату в поисках пищи, демонстрируя нам скорость 10-20 микрон в секунду. Краевые железистые клетки второго типа постоянно вырабатывают слизь на основе гелеобразующих белков, муцинов. За передвигающимся организмом остается тонкий слой из длинных переплетенных слизистых нитей. На этом фото видим зеленые флуоресцирующие следы его миграции. Далее на экране мы будем наблюдать последовательные этапы переваривания пищи этим организмом. Здесь активированные вентральные эпителиальные клетки помечены флуоресцирующим веществом и светятся красным. В то же время железистые клетки типа 1, располагающиеся в узкой зоне на краю тела, секретируют специальные белки-детекторы, смешиваясь со слизью при контакте с веществом, которое может переварить трихоплакс, вырабатываются сигнальные полипептиды. Наползая на это место, активируются вентральные эпителиальные клетки и движение останавливается. Изменение поверхностных электрических сигналов этих клеток активирует окружающие их липофильные клетки. При этом активируются не все липофильные клетки, а только близко расположенные от пищевой частицы на расстояниях не более 10-20 микрон.
Резко возрастает секретирование ими пищеварительных ферментов – трипсина, хемотрипсина и фосфолипаза А2. Лизируется потенциальная пища, запускается процесс переваривания пищи. Но не забываем, что все это происходит в воде, и для более эффективного протекания этого процесса надо изолировать место потребления пищи. Краевые железистые клетки типа 2 переходят в режим усиленной секреции слизи между вентральным слоем трихоплакса и субстратом, образуется полость, ограниченная слизью. На этом снимке видим места остановки этого организма 1, 2 и 3, отмеченные повышенной плотностью слизи. Это своего рода временные капсулы, в которых трихоплакс переваривал и усваивал пищу. Для этого в работу дополнительно включились железистые клетки, экспрессируя свои ферменты. Продукты переваривания пищи усваиваются вентральными эпителиальными клетками и переносятся в матрикс. Здесь они разносятся по всему организму, одновременно блокируя действие специфического регуляторного пептида TALP, что вызывает остановку биения ресничек вентрального эпителиального слоя, и трихоплакс останавливается для переваривания пищи. Но перистатические волны в дорсальном слое продолжают перемешивать матрикс. Окончание усвоения переваренной пищи отмечается снятием блокировки биения ресничек вентрального слоя, и трихоплакс снова отправляется в путешествие по поиску пищи. Железистые клетки, располагающиеся между дорсальными и эпителиальными клетками, постоянно экспрессируют множественные дефенсины. Это короткие пептиды, которые являются основным компонентом слизи, покрывающей дорсальную поверхность организма. Они очень невкусные для других обитателей водной стихии. Поэтому трихоплаксами не кормятся ни потенциальные хищники, ни моллюски, никто. А жгутики, расположенные на дорсальной поверхности, совершая постоянное биение, размазывают слизь и усиливают обмен воды вокруг тела. Если отделить трихоплакс от субстрата и отправить его в свободное плавание, то он сразу же сворачивается вентральной стороной внутрь. Далее, под действием стимулирующих веществ, будет совершать конвульсивные хаотические движения до тех пор, пока не окажется на твердой поверхности. Оказавшись на подложке, трихоплакс остается сложенным и за счет биения дорсальных жгутиков начинает вращаться. Далее верхняя часть складки переползает через нижнюю и устанавливает контакт с подложкой. Постепенно организм раскладывается полностью и прикрепляется вентральной стороной. Процесс закрепления и раскладывания занимает несколько минут. Затем трихоплакс отправляется в поисках пищи, демонстрируя скорость 10-20 микрон в секунду до нахождения пищи. Жизненный цикл организма состоит из роста пластинки, размножения и деления. Пока не ясно, до каких размеров может вырасти организм трихоплакса и что является сигналом к размножению. Понятно только то, что эти процессы будут связаны с химическим взаимодействием циркулирующих веществ. А размножается трихоплакс делением. Пластинка, не прекращая свое движение, разделяется примерно пополам. На этих видео мы можем видеть этот процесс в ускоренном режиме. Имеется информация исследователей и о других способах размножения, например, почкованием. Но реальных наблюдений пока не предоставлено. Считают, что для общего знакомства с этим первым примитивным многоклеточным организмом на тропе эволюции вполне достаточно, чтобы сделать обобщающие выводы и понять, в каком направлении пойдут эти процессы дальше. В следующем рассказе мы, конечно, продолжим наше путешествие, а сейчас, как всегда, до следующей встречи.
We'll be right back.